Опять нежданно ваш покорный слуга монах Синема набрел на еще один какой-то секретный объект. Но он заброшен вообще конкретно. Я сейчас руку просуну, и мы там поснимаем. Вот так. Сам-то видите, я туда не могу залезть. Это, по-моему, две вентиляционные шахты. Вот там что-то такое. Сейчас до этого дойдем. И вот туда еще сходим. Я уже даже смотрю. Тропиночка такая натоптана. Судя по тому, что здесь такие мелкие окошечки, это, скорее всего, была бойница, видите? Что тут попробую спуститься или дальше пройти? Да, наверное, здесь спустимся, если не грохнемся. Что-то там вода. Что там дальше, пока не вижу. О, предусмотрительно. Тут кто-то лесенку поставил. Надеюсь, она выдержит меня. Выключу камеру, чтобы не потерять ее. Слушайте, я реально не подготовился. Ни фонарика, ничего вообще с собой не взял. Поэтому я далеко вглубь зайти не могу. Но очень, конечно, хотелось бы. Видите? А очень хотелось бы все это обойти и посмотреть. Ну ладно. Мы так такую замутку сделаем небольшую. Если вам будет интересно, что там внутри, напишите в комментариях, и я обязательно сюда повторно приеду уже с фонариками, со всем, что можно, и отсниму. А сейчас пока посмотрим другую сторону этого объекта. Что там да как. Это вот как раз вентиляционная шахта и вот эта лестница. Так, здесь вот был, походу, сильный пожар. Что-то здесь хорошо жгли так. Ну, по факту, две тысячи 160 штук. Интересно, чего? А, вот здесь вот что-то у них упало. Бум. Видите, еще один вход. Ну тоже не могу дальше пройти. Нет ни фонарей, ничего. Поэтому сами понимаете. Может быть, даже что-то там будет интересное. Хотя вряд ли. Суть потому, что все горело здесь.
туда пройти. Слушайте, а уже такой объект я один осматривал. Точно. И он, кстати, много-много просмотров набрал. Думаю, что надо сюда приехать и отснять все, что можно. Видите, его просто развалили конкретно. Вообще. Сюда, походу, технику какую-то загоняли. Сейчас понесется в комментариях сразу. А, что, не служил? Да, не служил. В других местах был. Вот грандиозные сооружения строили. Только вот если здесь технику хранили, как же она выезжать могла, если вот это здание мешало? Хотя, может, и не мешало. Не знаю. Сейчас все туда зайдем. Посмотрим, что там с торца. Тут, походу, какой-то навес был. Наверное. Ну и скорее всего, потому что... Что мы тут видим-то? Вот, видите. Здесь, походу, антенна стояла. Ее срезали. Да. И вот он еще один вход. Тут непонятно, что копали, выкапывали. Вот. Плиточка такая. Типа парадного входа. Я, конечно, сейчас попробую телефон включить. Где-то фонарик. Вот он. Но он мало что нам даст. Потому что ходов здесь тьма тьмущая. Вон куда пошло. Туда, туда, туда. Здесь чего только нету. Поэтому я просто углубляться далеко не хочу. Дабы, чтобы не заблудиться. А то у меня уже был один такой случай, когда я в одиночку в Чернобыле нашел какой-то подземный бункер и пошел. И в итоге фонарь садился, воды не было. Я думал, что все, я оттуда не выйду. Но чудом, как-то выбрался. Так что пишите комментарии. Интересно вообще вам сюда попасть и посмотреть, что там внутри. Вот тогда и приедем, глянем, что к чему.
потому что, ну, сами понимаете, вот вход. И сколько помещений там внутри. Да? Безумное количество. И еще примерно такой же толщины, а то и больше, он идет в ту сторону. О как. Так, ну что, на этом пока все. Будем ждать комментарии.